Талантливый исполнитель, великий популяризатор классической музыки. Так вспоминали Дмитрия Когана, участники и гости вечера, который прошел в Твери. Причем в качестве места проведения выбрали точку на набережной Степана Разина, которая постепенно становится новым местом притяжения поклонников культуры и искусства. Дмитрий Коган – представитель целой музыкальной династии, уже в юности заявивший о себе как об очень талантливом скрипаче. Причем не только на всероссийском, но и международном уровне. При этом уроженец столицы, он не был чужим и для Твери. Для нашей Тверской земли Дмитрий Павлович Коган, можно сказать, родной человек. Потому что в 2013 году он начал именно со столицы Верхневолжья свое знаменитое легендарное турне по всей России. То турне, получившее название «Время высокой музыки», охватило все регионы России и стало настоящим явлением в культурной жизни нашей страны. Советника президента Владимира Васильева, который присутствовал на премьерном концерте, поразило желание Дмитрия Когана музицировать на особенной скрипке. Знаете, когда он приехал, он привез с собой очень дорогую скрипку, кварнерип. Он хотел, чтобы вот эта высокая музыка в его исполнении великого маэстро, а еще и на этом инструменте, который 16 века, к слову сказать, услышали мы, понимаете? Ушел из жизни Дмитрий Коган очень рано, в 38 лет, в 2017 году. В памяти этого прекрасного скрипача, популяризатора классической музыки, и был посвящен этот культурный вечер. Он включал в себя выставку картин, чтение стихов, ну и, конечно, музыкальные произведения в исполнении артистов Тверской филармонии. Особо стоит отметить место проведения культурного вечера. Гостей, а это представители культурной и политической элиты региона, собрали на площадке перед памятником Андрею Дементьеву. Как отмечали многие, в городе появляется новое место для проведения подобных мероприятий. Для города новое общественное пространство, то место, в котором появляются какие-то новые смыслы, новые такие вещи, которые нас объединяют, и в данном случае это поэзия, культура, это очень здорово. Что касается вечера памяти Дмитрия Когана, то его организаторы не исключают, что и здесь Тверь станет первой в череде городов, где пройдут аналогичные мероприятия памяти человека, хотевшего, чтобы во всех регионах послушали прекрасную музыку, исполняемую на скрипке самого Гварнери.